Приветствую, друзья, на канале Crossout Lovers. Сегодня в видео у нас будет рубрика «Повезет, не повезет». Давно у нас не было этой рубрики, поэтому погнали! Я даже думаю, что нифига не поменялось после обновления, так и есть, в принципе. Так, это что? А, я понял, погодите, это что такое? Я должен сам себя... Это, знаете, намек на то, что, типа, ты сразу застрелись и даже не едь в бой. Как же классно здесь стоит разрыватель, смотрите. Он стреляет прямо в кабину. То есть, получается, разрыватель вообще вообще не задействован, потому что кабина как бы не отвалится. Классно, автосборка. Здесь у нас что? А, ну, я даже при решетке-то молчу. Всякое такое. То есть... Сразу застрелись, говорит разрыватель. Там газген стоит, мало ли тебе энергии не хватит. Да, вот это, конечно, зачетная, конечно, тачка. Тут нечего сказать. Ну, я думаю, эта тачка именно для нас. Прямо она ждала нас, поэтому погнали в бой. Классный, как бы, Дастин Фантастич Крафт, вах, вообще офигенный. Не, ну разрыватель это бомба, я вообще в офиге, как он это сделал, конечно. Еще он, видите, сверху вот этим скосом защитил, мало ли отвалится. Да, лучше бы он его вообще не ставил. Так, ладно, что она хотела, интересно, построить эту автосборку, непонятно. Так, адаптер Джоули, как бы разрыватель, который как бы есть, но его как бы нет. Классный набор выживальщика от Лаурса просто. Так. Слушайте, я даже боюсь на кого-либо ехать на таком крафте. Мне кажется, я приеду, у меня колеса отвалятся. Так, еще разрыватель нам сам по себе еще стрельнет, и я взорвусь. Стопудово так и будет. Ой, против парсеров на моем крафте вот только катать. О, все, минус адаптер. Да че, этот газген взорвался, даже я ничего особо сделать-то не успел. Да, крафт, конечно, Дастин Фантастич, что тут нечего сказать. Тут, я заргу только сказать, и все. Больше этому крафту нечего сказать. Я нифига даже не успел сделать. Просто приехал, помер, и как бы все. Я понял тебя, крафт, ты офигительный, просто неисправимый. Давайте дальше посмотрим, что у нас соберется. Слушайте, я просто закрою глаза. Так, я думаю, уже собралось. Так, я открыл, и... Да. Да, я вас понял. Короче, Гравостар здесь просто вот по всем правилам кроссаута стоит. То есть он не отлетит, этот здесь вот, видите, он стоит вот эта деталька супер-мега прочная. Фафнир с Гравостаром. Плюсом еще, знаете, тут поди газген какой-нибудь стоит, нет? Да ладно, газген не стоит. Да такой бывает, автосборка. Так, 4 плюс 4. Где еще одна энергия? Одна энергия в гепарде. Понятно, понятно тебя, автосборка. Прям все очень сильно сделала классно. Еще Омни зачем-то поставил. Это как я должен ездить-то? Да. Я тебя понял. Я должен вот так вот, да, ездить. Я вас понял, мистер автосборка. Ладно, едем дальше. Слушайте, автосборка превзошла все мои ожидания. Она даже назад неповоротные колеса воткнула. Как я должен на этом ехать, я не понимаю. Плюсом еще Гравостар. Без охладителей, без радиатора. Да нафига они нужны вообще, не понимаю. И правда. Короче, крафт... Вообще, я даже не доеду, чувствую, до базы. У меня сейчас реально Гравостар уже отвалится. Так. Не знаете, максимум так это... Ботов только приманивать. Я приманка, вот тут вот реально приманка. О, братан, ты ко мне приехал. Совершилось чудо, звезды сошлись. Ты ко мне приехал сам. Ой, так. Какой божественный урон. Какой офигенный урон, просто нечего сказать тут. О, чувак, я тебя сейчас нагибать буду. Смотрите. Опа. Я колесо отстрелил. Он меня вообще что-то не замечает. О, просто с одного выстрела взял, этот фафнир отлетел. Гравостар-то и подавно сейчас отлетит. Меня крафт не поворачивает вообще. Так, здорово. Ой, наконец-то эти колеса отвалились. Но теперь у меня еще лучше. Теперь меня вообще машины не поворачивают. Потому что у меня неповоротные колеса сзади стоят. Так, хотя мне кажется, с машины вообще уже ездить не будет. Да, как же я догадался. Блин, ну, имба-крафт, нечего сказать. Да. Я еще на таком Оми 4800, вообще капец. Ну давайте добивайте уже этих челиков. Да. Ну крафты тут не у меня одного такие классные. Но у меня самый худший, я так скажу. Давайте добивайте их. Кто-то на слоне ездит вообще.
максимально просто вот непонятно, что автосборка хочет этим сказать. Вот эти крафты строят, непонятно почему. Так, а давайте сейчас попробуем, знаете, что сделать? Построить на новой кабине мастер какой-нибудь крафт. На мастере. Ну, скорее всего, еще не добавили, но я хочу просто посмотреть. Так, мастер. Фломастер, фломастер. Давай-ка мы тебя... Так. Можно выбрать мастер мне, пожалуйста. Ну-ка. Интересно, соберет или не соберет? Мне будет прям интересно. Так, она думает. Да. Все-таки нельзя. Думала, думала и не придумала. Спасибо, автосборка. Я не сомневался в тебе. Так. Ну что? Так, что-то легкие все какие-то крафты. Давайте какой-нибудь, я не знаю, там, замок на колесах, на развалах. И одна турелька. Тогда что-то уже интереснее. Да. Сочетание, как бы, тоже классное. Тореро, это чтобы, как бы, не промазать с грома и не промазать с триггера. Триггер вообще четко в цель стреляет, а гром вообще дробовик, зачем ему точность? Короче, классно. Вот самое главное, это было защитить вот этот гудок. Это самое главное, просто это, как знаете, спрятать зеницу ока. Вот прям, ну-ка, фух. Хорошо, что хоть не стоит никакого газгена, хотя я еще проверю вот здесь вот. Так, нет, здесь вроде ничего не стоит такого, да? Да ладно, автосборка, такое бывает? Или что? Или что там стоит? Ну-ка. Автосборка, ну-ка. Ох, да тут, блин, я не знаю, склад радиаторов. И нерпа, и таймыр, и стужа. Вообще капец какой-то. В общем, ладно, не будем докапываться к автосборке больше. Погнали затестим этот крафт в бою, хотя... Что тут тестить? Сразу этот, застрелиться, вот что. Нагибатор 3000, поехал нагибать всех. На одну кнопку гром стоит с триггером, вообще бомба. Это такой прием сейчас будет, называется: стреляешь вдаль, стреляешь близь. Вот так вот. Так, Винни-Пух 555, привет. Смотри, какой у меня классный крафт. Кто-то тут приехал уже к нам. Ну все, давайте его зафигачим. Гром не стреляет. Почему? Я зафигачил с этого божественного крафта челика. Блин, у меня ракета там летит. Чувак, стоять. У меня тут целый, блин, я не знаю, склад этих радиаторов, пулеметов, всяких громов. Триггер даже есть. Короче, чувак, тебе я хана. Ты это понял, да? Смотрите, как он у меня испугался. Такого жесть, какого классного крафта. Блин. Ну что такое-то, а? О, он меня еще и приподнял. Респект, чувак. Я его еще и грохнул. Блин, какой красавчик, чувак, а. Сам помер, сам перевернул. Так это еще... Это мечта, а не враг. Так, блин, помрите уже эти. Ну-ка, если я на этом крафте еще третьего зафигачу, это просто будет что-то с чем-то. Ты что, реально, что ли? Ну-ка. Давай, добивай. Давай, мне нужен этот... Да, я третьего добил. Офигеть, не встать просто. Я еще и последний остался против всей команды. Блин. Как я на таком супер-мега-крафте кого-то завалил? У меня сейчас МВПшка будет. Ну, не МВПшка. Да. Этот можно было сразу так сделать и на этом крафте. Еще двое со мной упало. Это прикол. Если бы они... Блин, по сути, я пятерых зафигачил. Да. Троих мы завалили, блин, я даже не знаю, сейчас что последним крафтом ожидать? Ну, тут ничего не ожидать, тут вообще не предугадаешь, что тут автосборка соберет. Да не надо мне, вот легкие крафты уже как-то поднадоели, каждый раз легкие крафты, давайте-ка нам какой-нибудь терминатора. Нет, это легкий крафт, ну вот это, кстати, более-менее нормальный, самый нормальный крафт за сегодня. Так, чем мне все пихает вот эти легкие крафты? Я хочу большой тяжеленный кирпич. Во! Вот это я понимаю. Это я понимаю. Капец, конечно. Поборник здесь классно стреляет. Так. Ну-ка, здесь у тебя что стоит? О, так тут этот прям взрыв-пакет какой-то, смотрите. Вряд так стреляйте, не хочу, называется. Так, ладно, я вас понял. Так. Газгена вроде не стоит, и хорошо. Ладно, давайте я дождался наконец-то кирпича ходячего. Поехали в бой. Поборник, и забыл, как называется. А, Ягуай на одну кнопку. Это просто бомба. Мечта каждого, это, не знаю, дрономати каждой просто. Так, давайте туда, куда-нибудь закинем сразу, ловите. Кирпич запульнул, кирпич сделал, так. Ой, сейчас кирпич-то сзади объехали уже, походу, мне хана. Так,
Давай быстрее, топи, ты должен доехать до базы. Причем, смотрите, правое колесо такое, а левое колесо такое. Классно автосборка собирает, прям не знаю. Ого, я даже доехать-то не успею. Так, да, я уже минус эта хрень. Классно, классно. Так, авторсборку снимаем. Да, я снимаю вот эту вот фигню. Чем занимается Лаурс, когда нечего делать? Так. Ну, многим, кстати, нравится эта рубрика. Вот все угорают с нее, но поэтому и снимаю, раз вам нравится. Так, этот колхоз. Блин, ну... Тут даже радиатора не стоит. Вредный, меня можешь не зафигачить? Так, вредный, стань мне жадным. Жадный хоть не этот, не вредный. Так. Перегрев пошел, да, я не знаю. Я даже попасть не могу, потому что у меня слишком высоко стоит эта фигня. Не поборник, а фигня именно. Какой божественный урон тараном. Просто я теперь только таранить могу. Да, меня зафигачили. В общем, офигенные крафты. Покупайте автосборки только сегодня, только сейчас, только для вас. В общем, автосборка — это что-то с чем-то. Она просто придерживается традициям колхоза и все равно колхозит. В общем, сколько обновлений не выходит, там, я не знаю, что-то не происходит. Колхоз испокон веков передается просто. Ой, да. Не только у меня колхоз, я смотрю, да? Подни... А, он, как смотрите, как, кстати, сделал. В себя так пламя запихал. Ну, короче, да. Мы опять проиграли. В общем, я не знаю. Это без комментариев. Тут можно ничего не говорить. Тут все понятно. Сразу за километр видно, где едет настоящая автосборочка, где не автосборка. Так, чувак, да помирай уже. Все равно мы проиграли. Давай, добивай, добивай, добивай. Группу поддержки, давай, добивайте этого союза. Есть, добили. Не, ну ты прям нагибатор. Спасибо, Инмаскер, я всегда это знал. Так, у нас последнее место по команде. Вот это я понимаю, не то, что там первые места. В общем-то... Классный крафт автосборка собирает, нечего сказать. Я не знаю, просто вот давайте последний крафт посмотрим, что у нас за колхоз сейчас соберется. Стопудово сейчас нормальный крафт соберется. Так. Нет. Я слишком переоценил эту автосборку, я там даже ехать не буду. В общем-то, пишите в комменты, как вам эти нагибаторские крафты. Тут можно просто, можно бесконечно смотреть на огонь и воду, или как автосборка собирает такую-то тачку. Это что такое? Судья? Это какой-то, я не знаю, пильщик, что ли? Ну-ка, что здесь еще стоит? Здесь мучитель, чтобы судья прям мучил вас. Потом Аполлон, мало ли вам энергии не хватит. Блин, ну, классный крафт. Ладно, всем до новых встреч. Пока.